На что вот зарядим, как говорится, на то он будет и работать. Ну, чтобы не думали, что это просто игрушка какая-то ерунда. Именно вот это много, много труда, много работы уходит. И не просто даже в плане вот это все сделать, в плане физическом, вот эти вот куклы, все это. Но и зарядить это все, магия, это тоже все как бы делается. На нем, на этом скелете, нанесены сигилы черной магии. И вот эти вот сигилы на руках и ногах, они для исполнения желания. Причем на руках, там где у нас 5 пальцев, пентаграмма, понимаете, мои дорогие? На ногах, там где тоже 5 пальцев, пентаграмма. И вы можете видеть КС, это король, королевская масть, Пикова, Сергей. Вот он перед вами, девочки. И еще хочу добавить. Для тех, кто именно вот этот достанется, вот этот вот классный, ну, скелетик, да, как его назвать. Здесь будет еще на обратной стороне. Этих скелетов, девочки и мальчики, шаман мой делал почти целый год, и именно 13 штук, точнее одна уже существовала, моя рабочая, да, и по образу и подобию были сотворены еще 12 штук. Два скелета мы забрали себе с Пиковым, белый скелет — это его, черный, девочки, это мой. Мы там нарисовали сигилы определенные, но до конца еще, конечно, надо дорисовать, потому что они будут полностью готовы к Вальпургиевой ночи. Но если кто хочет поучаствовать, как раз таки просто деревянные, не покрашенные, без сигилов, без ритуалов, есть скелеты, и кто хочет, девочки, вы можете их купить. И особая почта будет в описании. Там буду не я отвечать, а вышлет всю информацию наш администратор, который именно вот этим будет заниматься. Потому что надо будет связь для этого. И когда вы, например, заберете своего черепа, ну, я их называю череп, это скелеты, девочки. Когда я нарисую вам, сделаю диагностику, во-первых, потом подберу специальные сигилы черной магии для вас. Пиковый сделает свою работу. Это все будет в видео, в закрытом доступе, именно для вас, потому что каждый скелет будет активироваться по-особому, по моей магии, по магии шамана и по магии Пикового. Но это все разное. Я думаю, как это собрать, объединить. Но свое я точно сниму или там части сфотографирую, то, что делают Пиковый, что делает Пиковый, да? А шаман, он, в принципе, он уже сделал свою работу. Ну что, мои дорогие, почта будет в описании, куда писать, девочки, кто хочет приобрести. Сразу говорю, что это не дешевое удовольствие, потому что их только 13 штук, 3 уже, как говорится, нету, осталось 10, и это будет наш определенный эгрегор. То есть я на них ритуалю для того, чтобы ставить себе защиту, для того, чтобы себе снимать какие-то порчи. Дело в том, что они в этом ритуале будут заряжены все 13, опять, к Вальпургиевой ночи. Поэтому кто хочет себе вот такого вот защитника постоянного и, как говорится, навсегда, девочки. Но он из дерева сделан, потому что если вдруг кто, как говорится, остановится, кто, например, уже все мечты, которые он на этого скелета, как говорится, направлял, они сбылись. В принципе, его можно деактивировать только тем, что его сжечь. Помните, как ведьм сжигали, да? Так вот, то же самое делается со скелетом. Сразу говорю, что не дешевое, девочки, удовольствие будет, поэтому это только для тех, кто, как говорится, точно уж настроен. Все, котики, пока-пока, ссылки в описании на почту, куда писать по поводу скелетов.